Врум-врум. Продолжаем проходить Rage 2. Я тут что-то увидел на радаре, к чему я, видимо, блин, перестань меня крутить. К чему я, видимо, хочу съесть. Здравствуй. Здесь. А игра не могла бы немножко вести себя. Блин, ну вот я пытаюсь в сторону посмотреть, а мне не дают. Я нашел ковчег. Серьезно? Смотрите, как я заехал. Интересно, привет, ребят. А, граната! Еще... Фур, блин, закидали. У меня вопрос, а... Ай, к черту. Музяка. Ха, бам. Хорошо, ковчег не пускает всякое отребье в себя. И ковчег не пускает, когда рядом много отребья. Ой, сколько контейнеров-то, ёб твою мать. Короче, ребят, это, походу, очень-очень Far Cry, еще по всему. Ну, то есть, как бы, ну, похоже, что... Да. Ладно. Не знаю, а что буду видеть, буду смотреть. Это сундук ковчега? Это сундук ковчега, нифига. А внутрь меня что, не пустят? А, внутрь меня тоже пустят. Давайте сундук ковчега сначала откроем. Усилитель, ну, на... Нанторитов, господи. С помощью бонусов. Ага, способности. О, я, кстати, про способность забыл, что я могу. Понял. Я могу вот так делать. Да ёб твою, иди в жопу. Давайте посмотрим. Мне просто интересно, что станет с моей машиной после этого. Ну, не так все плохо. 416-й ковчег. И мы чему-то учимся. Вот это лучше. Я не могу как-нибудь... А, это толчок! А, нет, это к цели, походу. Или как? Так, мне нужно ближе. Не знаю, насколько я буду этим пользоваться. Если я смогу рейндж повысить этому умению, я буду им пользоваться. Если нет, то не судьба. Найден, осмотрен. Драндулетное ущелье. Ага. Hey, that arc was brimming with some amazing gear. Yeah, I know. I'm pretty jealous right now.
Там какие-то... Блин, что за... Вас кто вообще звал сюда? О, какой это, смотрите. Чувак для испытания идет. На! А! Что, блядь, происходит? Да ты не вставай, дружок. Блядь, броня. Ладно, ладно. Это забавно, мне нравится. А где кто? Ну кто-то где-то наверху, короче. Она вон пиздит еще. Ага. Я понял, так толчок тоже действует, но слабо. Денежка. Блин, 36 контейнеров. Давайте я не буду их все искать. Мне хочется. Но я буду, наверное, это делать потом, типа, ну... Вы явно не будете использовать это как гайд для... обнаружения всего и вся, а я буду... Не буду тратить на это в серии время, вот я ничего хочу сказать. Блин, сколько тут вкусняшек везде. Вкусняшки и блестяшки. Блин, жопу. О, еще один. Как мне понять, сколько всего у меня этого фэ-фэ-фэ-фэ-фэ? Systems activating. Давайте уедем, как приехали. Просто фан ради. О, ни хрена я сломал себе машину. Так, тут еще что-то рядом. Какая-то машина, как из кроссаута. Я не могу попросить игру не дергать мне камеру. Ну или я не знаю, как это делать. Ага. Гнезда крушителей. Угу. Я понял, его нужно найти и убить. Логово гигантского мутанта. Исследуем пустоши, ребятки, исследуем пустоши. Ну, правда, они не такие уж пустоши. Прям пустоши-пустоши они были в первой части. Блядь, как он на меня бросился, а? Сука, испугал. Не знаю, я увидел что-то и выстрелил в это что-то. А, у меня палка есть. Так, вы чё, блядь, бьетесь, что ли, еще? Где моя палка? У меня палка улетела. Людоеды. Ненавижу людоедов. Тум-тум-тум-тум-тум. Кто, сука?
Ладно, я сейчас приду, и ты пожалеешь о том, что спрятался. Ну какое все кислотное. Не нравится, что оно все такое кислотное. О! Ни хрена. Интересный способ добычи. Кому из вас, уродов, я обещал... Слезь. Ладно, будем считать, что вот тебе. Ты не кидайся, блин, грязью. Я мог башку взять. А, спор мутантов. Отлично. Тут еще ковчег недалеко. А, это тот, который исследованный. Окей. Естественно, он недалеко, блин, я из него только вышел. Так. Сорит. Фалафель. Ладно, Энтер улучшение. Ну, давайте откроем. Ага, для модификации оружия мне еще нужно отдельное. Довольно прилично стволов. Ладно. Как скажешь, большая белая стрелка. Окей. Это было приятно. Это было забавно и приятно. Филтрит. Постоянно проговаривать слово фалафель, я просто заебусь. Поэтому придется выучить, как он называется. Прикольно, они тут себе друзей делают. Босс, чертов. Оу, там что-то еще происходит. Ну какой? Опасный. Бля! Он уклонился! Я на него наступил и укололся. Лоу. А, ты еще живой? Ну, в смысле, тут еще один есть. Дайте заряд здоровья. Какой-то хард не хард. О, я научился бить. Попытавшись на F что-то поюзать. Эй. Хорошо. Все же хотят оказаться в гнезде мутантов, правда? Бля, нет, я неправильно делаю. Он там что-то, блин, уже не разговаривает. Ой,
Блять, да хватит мне кидаться всем подряд. Ну это такое себе было. Я был не очень хорош. Так, хорошо. Зато я получил железо жизни. Кибердоктору источника, чтобы установить себе превращение. Ага, я понял. Это... Well done, Giant Slayer. Those things are a bane on these lands. Слышь ты, кусок. Тут говорят, где железо должно было выпустить тебя. Снаряга. Что у меня есть? Материалы. Тут все прокачивается, какой капец. Как мне вниз прокрутить? А, вот они. Говорит он. О, это оу. Двойной прыжок. Ага. Это неплохо, на самом деле. Капец, он неприятный был. Ладно, я понял, тут уж упал лицом туда и не собирается. Участвовать в дальнейшем разговоре. Я бы очень хотел пообщаться. Хотя бы понять, что там за... Блин, я может что-то не взял там, а? Давайте вернемся. Просто ну не зря же мне подсказку написали, вот прям вот в этот момент, правда ведь? Давайте еще раз посмотрим, кстати, проекты. Но тут я ничего улучшать не могу, потому что я с ними еще не знаком. Так, это, конечно, мусор, но давайте сделаем. Блин, здесь где-то еще сундук ковчега есть, прикиньте, в этом говне. Что-то нашел, а что нашел, я даже не понял. Сука. Ладно, хрен с ним. Будем считать, что тут ничего не должно было быть. Вообще, я пытался смотреть в журнале обучение, материалы. Не знаю. Ха.
Джесс попил, Джесс доволен. Пошли вперед. Ладно, это было несложно. А вот и железа жизни. Возможно, вторая, кстати говоря, потому что, ну, не зря же мне. Еще сундук нашелся. Причем его я лутнул случайно абсолютно. Вот еще сундук. Итого, я не нашел один. Готов признать, что меня это устраивает. Целиком полностью. Хер с ним. Кто шумит, а зачем? Если бы с сундуков награда какая-то была там прямо, боже мой, меня смывало, тогда, ну, я бы уперся, может быть. System activating. Привет, ребята, как ваши дела? Блин, классно въехал. 200 метров куда-то туда. Ладно, давайте немножко. Привет! Гатлинг решает все проблемы. Давайте карту посмотрим. Ёбаный воробаный. Охренеть! Самое интересное, что тут ковчеги отмечены. А это эти уроды? Ебать. Я тоже... Знаешь ты, вижен недоделанный, ну-ка иди сюда. Надо было ему дать их убить. Почему я их не пользуюсь? Отстань. Так вот. Бедный Феникс. Держись. Я тебя не брошу. Так, сорян, надо было глотнуть. Это чего я точно делать не хочу. Я не хочу гоняться ни с кем. Если меня не заставят, я не буду это делать. Ну, может, разочек просто показать. Я дурные воспоминания, знаете, я об этом. Оп!
О, лол. Деревья сломались. Круто. Ага, невидимая стена, вот это что такое. Мы немножко похеревшая машина, которая, блин, спокойно по горам лазит. Ааа, блядь. Шоу «Убей мутанта» еще, блин... Ёбушки, сколько тут падать-то? Я не хочу здесь падать. Все еще благоденствует. Давайте посмотрим. С мутантами воюют. А, нет, не с мутантами, походу. Или с мутантами, с мутантами. Надо было пойти по ним еще. Интересно, какое-нибудь развитие у этой потасовки будет вообще? Ребят, темнеет, давайте быстрее. О, они одного завалили, походу. Бам, еще минус один. Твой приз, мистер. Че, интересно, за шоу «Убей мутанта» получу? Давайте посмотрим, а. Стоп, или это фургон куда-то едет? Фургон куда-то едет. Блин, ну а к шару ехать? А, вот он. Блин, ну выглядит игра, конечно, мое почтение. Это круто. Еще выше надо, да, еще выше надо. Индист моего вождения не сильно укачивает. Ладно, я потом до них доберусь, мы еще... Блин, ребята, не лечите меня, я знаю, как воевать на машине. Вот этого с ракетницы я хочу сбить. Это ломки у тебя, драндулет. Старые. Где мы? А, мы близко. А, вон дорога, блин. Было легко. Come back soon, Walker. Да-то падай, это полезно. This is Clawhand Mechanics. I'm Helga. Так. Name, so don't bother with yours. What chest? Ага. Artek, huh? And all that fancy crap is gonna cost you extra. Needless. No refund. No refund. Hey, you look tough enough. You interested in some wet work? You know, knock some heads, shoot some 200 muties in the paste. Not looking for a job. I'm here to see John Marshall. Yeah, as it happens, he's the one looking for a skilled trigger puller.
We got muti problems in Gumbarrel, see? And we can't do shit until we've fucking rectified that. Отлично. Yeah, we'll see about that. Where do I find him? He's in the Dud Primer Tavern. Always in the Dud Primer. Can't miss him. Old, scarred, mean, robo-peg, robo-peeper, half-spares, half-guy, you know. Heading there now. Полчеловек-полконструктор. Whatever that false little greed about tells you, don't try the slime bogle chimichanga. Unless you want to puke your guts out in the thoroughfare. Так. Охранник. Perfect timing to come back to Gunbarrel, eh, right? We're literally knee-deep in shit. And a ranger waltzes in after ignoring us for years. This day. What are you talking about? Who are you? I'm Zam Wilco. And I run the Gunbarrel Militia so Marshall don't have to. Uh-huh. Okay. Listen, I'm not complaining if the high and mighty rangers want to get their hands dirty. I have an urgent situation up north. The Yeoman Farm has been overrun by raiders. Bad. Since they're a pretty big local food supplier. All my people are needed here in case the muties make another push. So can you help? Well, since you asked so nicely. Торговец обычный. Здорово. Что продаем? Seen your face down this way. Punchy's the name. Усилитель. Maybe your peeps told you about me. I got the goods you need out here. And I ain't too high and holy to deal with Vineland people. How do you know I'm from Vineland? Ah, you got the outfit, see? I recognize the Duddlers. Uniform like that. Only Rangers get them. That means you with Prowley. And that means you can deal with me. Okay, let me take a look at what you have. Так, хорошо. Чертеж улучшения заряда здоровья. Чертеж улучшения гранаты, чертеж улучшения крылоплавки. Давайте так. И вот так. Улучшение оружия. Я понял. Блять. Я не хочу скоростной зарядник, я емкость магазина хочу. А вот. Пятьдесят два выстрела, это же огонь. Ты кто? I just recognize that look in your eyes. You've lost people. Bad stuff happened to you. Me too. I lost my entire scaver team. All gone. Just like that. Now I'm here drowning in swill. Too scared to do anything about it. What happened to your team? We were scaving, looking for scrap. Found a real promising deposit just south of here. We didn't bother checking with our scouts. Got greedy, I guess. So down we went. We didn't get far before the giant was on top of us. Half the team dead in a few heartbeats, squashed like bugs. I don't know how I got out of there alive. The giant. The scouts call it Lord the Nut. Он мертв. Big mean you freak. If I had your guns and gear, I'd go back and kill it. Dead? I can't believe it. I have nothing to offer you except my thanks. Серьезно? Иди в жопу. Ладненько, ребятушки. Реально ствол. Давайте мы здесь остановимся. Стоп. Это не локация из первой части или... Ладно, короче, давайте мы здесь остановимся. Завтра продолжим. Ну да, завтра, наверное, все-таки продолжим. Вот, большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я всему буду очень рад. Всего хорошего. Пока-пока.